пойду чай. Так, гуляй. Гуляй, гуляй. И давай. Давай, давай. Самое главное, знаешь, чтобы клеща не принести в дом. Понимаешь? Курлыкает. Покажу, если найду. Ну тут где-то курлы. Они такие маленькие. Маленькие не наглые. Вон они. Вон она. Вниз летает. Видите? Маленькие. Это, наверное, соловьи. Вон, видишь, мох, ребят. Мох. Ладно, пойдемте. Хорошо так как. Вот они, птички. Да. Вон она. Маленькая такая. Белочка. Сейчас она съест. Ладно, пойдем. А мы чай попьем. А полужа. Ты едешь. Пойдем где-нибудь искать эту какую-нибудь птичку. Короче, вот так вот. Закат какой-то. Вон он. Короче говоря, вот лучше по этой дорожке пройти. Вот так вот. Да, березки тут посадили. Вот этот свистит тоже будет. Гуляй по парку. На лесопед садись и катись. Да, я кофе пью. Ой, не кофе, а чай. Летают птички. Сокол. Это сокол или ворон, или галка. Вон она. Там он, какой-то он, смотри, закат. Сейчас, подожди, прибавим. Вон она. Закат. Солнышко такое маленькое. О! Тихо. Вон она. Небо. Большая птица. Две там летает.
Точки такие маленькие. Вот, видите, такой там. Пойдемте. Короче, вот так вот, девочки, мальчики. Життя моя, любовь моя. А у нас сегодня непонятный какой-то день такой. Вот. Ведь все потемнело. Дождь идет. Кошмар. А вот. Когда, знаешь, на кнопку не забываешь нажать. Ой, тут одна лестница, три лестницы прошелся. Ёперный театр. Поутру. Эти тыры-пыры, да? Да? Блин, и, понимаешь, я всегда, блин, непонятно, я думаю, что говорить, да? Давно. Не вот как, знаешь, первую скорость поставил, поставил цель, блин. Иду. Понимаешь? Как-то так. Короче, вот так. Идем. Мы с пятачком. Так. Короче, вот так. Утром там свет, это, короче говоря, всяко раз, не за раз. Холодно, руки мерзнут. Нет, кто-то орёт целый. Хуярит, как попал. Да. Да. Конечно. Поедем. Тырым-пырым. В деревню поеду. Снимаю, блять, забыл на кнопку опять нажать. Чего это?